Галина Корнилова, «Наш знакомый Бумчик», издательство «Советская Россия», 1975 год. Глава 20. Как Бумчик и Заяц поспорили. На следующий день рано утром Бумчик отправился в лес, чтобы поискать там хороший ореховый прутик для новой удочки. И тут он видит. По тропинке скачет его знакомый серый заяц и держит в лапах новенькую ярко-красную морковку. Бумчик как только посмотрел на эту морковку, так и говорит. «Спорим, заяц, на твою морковку, что ночью ты ни за что не пойдешь гулять в лес». «Конечно, не пойду», — отвечает заяц и собирается скакать со своей морковкой дальше. Но Бумчик в это время продолжает разговор. «Вот и я говорю, что ни за что не пойдешь. Спорю на эту морковь, что ночью ты будешь сидеть в своей норе и даже носа из нее не высунешь». Заяц ненадолго остановился и спрашивает. «А если я вдруг пойду?» «Тогда, — отвечает Бумчик, — твоя морковь останется у тебя». «А если вдруг не пойду?» «Тогда уж эта твоя морковка будет моей». Заяц почесал лапой затылок и говорит. «Знаешь, я все-таки не пойду. Мне в лес ночью совсем не хочется ходить. Тут дикие кабаны водятся по ночам. Зачем они мне?» «Ну, давай сюда свою морковку. Вот ты и проиграл». «Что-то я ничего не понимаю», — вздохнул заяц. «Ты, Бумчик, всего меня запутал. В лес ночью я идти не хочу, и морковь тебе отдавать тоже не хочу». «Нельзя», — отвечает Бумчик. «Морковь как раз нужно отдать». Заяц сделался сразу не очень веселый и отдал Бумчику свою морковку. Потом он сел на траву и задумался. «Видишь ли, — сказал он наконец, — мне морковь не очень жалко, я не жадный. Но ты объясни, в чем дело, почему я тебе ее отдал? Я что-то так и не понял». «Как почему?» – удивился Бумчик. «Очень просто. Мы с тобой поспорили». «Кто?» – спрашивает заяц. «Я спорил, и ты тоже. Но только я выиграл, а ты проиграл. Вот и все». «Ну, вообще, заяц, я должен тебе сказать вот что. Спорить на морковку или на какую-нибудь другую вещь нехорошо. Это мне мама всегда говорила». «Я и сам вижу, что нехорошо», — согласился заяц. «Раньше я не спорил ни с кем, и морковка моя оставалась у меня. Твоя мама, Бумчик, говорила правду. Больше уж я ни с кем не буду спорить». И в самом деле заяц с тех пор никогда уже ни на что не спорил. Глава 21. Кофейная мельница Бумчика. Очень красивая кофейная мельница досталась Бумчику в наследство от его бабушки. И эта мельница умеет не только молоть кофе, но иногда она очень ловко щелкает для Бумчика лесные орешки. Однажды Бумчик сидел со своей мельницей на скамейке у окна, ел вкусные лесные орешки и поджидал свою собаку, которая ушла куда-то по своим собачьим делам. А по дороге в это время проходил какой-то вор. Вор увидел в окно Бумчика с его мельницей, и ему, конечно, очень захотелось самому иметь такую прекрасную вещь. Он зашел к Бумчику во двор, постучался в дверь, поздоровался и сказал. «Я, знаешь, вор, и хочу немедленно украсть твою мельницу». «Ни за что», — ответил Бумчик, — «возьми и кради что-нибудь другое». Вор посмотрел в разные стороны и увидел, что на столе у Бумчика лежит замечательный колокольчик, тот самый, что подарил ему на память желтоглазая корова. Вор схватил колокольчик, сунул его в карман и выбежал из дома. Вот он идет по улице, и в кармане у него позванивает колокольчик. А все люди думают, что же это такое? Вот идет человек, и где-то у него там звенит Бумчиков колокольчик. «Наверное, это плохой человек, и он залез к Бумчику в дом». Они скорее позвали милиционера, и милиционер сейчас же этого вора
задержал. Продолжение следует.